Доброе утро. Сегодня воскресное утро и воскресный матч по литроболу начинается с Фанты. Это не потому, что мы сменили приоритеты, а потому, что все остальные бутылки коммунальщики убрали. Осталась только одна. Так что сегодня вот так вот не повезло Фанте, а повезло-то тоже. Ну, Татоша. Наш репортажик будет коротким. Этой бутылке скоро придет кирдык. Вот, уже начинается. Продолжается. Все, Татоша. Спортивный снаряд, пластиковая бутылка, прижата к полю. Наверное, таким образом наш Татоша вносит свой вклад в борьбу с загрязнением пластиковым. Все. У нас второе включение. Татоша у нас все найдет. Это будет, наверное, второй тайм. Умудрился он найти еще одну пластиковую бутылку, поменьше. Какая-то вода водославская. Такую в природе, наверное, не найдешь. И теперь пытаемся открыть пробку этой воды. Она, похоже, пахнет лимоном. Ладно, не будем ему мешать. Сейчас придется забирать эту бутылку и тащить в общую кучу. Уже отгрыз уже. Отгрыз. Помыс, блин. Ладно. Дадим еще немножко позабавиться. И забирать будем. Опять всем пока. Ну, пойдем. Пойдем к Стефани. Татоша увидел свою подружку детства, зовет ее из-за забора. Она там вдалеке гуляет со своим хозяином. Пойдем, Татоша, к Стефани, пойдем, пойдем, ты ее не дозовешься. Пойдем, пойдем, стой. Пойдем, говорю. Пойдем к Стефани. Ну все, пойдем мы гулять Татошу к Стефани. Стефани, пойдем. Пойдем к Стефани. Ну все.